Утренний Нальчик. Над горой встает солнышко. А это мемориал жертвам репрессий балкарского народа. Памятное место для республики. А эта улица одна из самых длинных и красивых. Она идет вдоль парка. Парк с правой стороны. Там бювет, там грязеводолечебница, бассейн, дворец лечебной гимнастики. Все это мы чуть попозже посмотрим. А вот эта дорога ведет к улице с романтическим названием «Проезд голубых елей». И там находится несколько санаторий, куда ездят на отдых пенсионеры. Ну вот мы и пришли к проезду голубых елей. Вот такая арка его венчает. И там дальше санаторий «Голубой родник», а за ним «Грушевая роща». Здесь строится сквер, говорят, уже несколько лет. А вот это бывший ресторан, который почему-то очень сильно разрушился. Наверное, совсем давно не работает. Эта дорожка вниз ведет к парку, где находится бювет с минеральной водой. И вот мы уже подошли ближе к санаторию. Это второй корпус. Первый там дальше по улице. А вот здесь через дорогу находится какое-то небольшое административное здание. А за ним второй корпус, точнее нет, четвертый корпус, в котором водолечебница. Туда все ходят в ванны, на души, на орошение, всевозможные процедуры. Но во втором корпусе эти процедуры тоже есть. Некоторые люди поселяются там, чтобы вообще не выходить на улицу. Здравствуй, горный родник! А вот и санаторная водолечебница. Улочка тихая, спокойная. Маленький киоск, который начинает работать в 8 часов. Сюда привозят фрукты, воды. Близко я еще не подходила, но вот сейчас можем посмотреть, ознакомиться. А за забором территория. Второй корпус. Столовая. И первый корпус. Сейчас мы его увидим получше. Видите, действительно, название проезда оправдывается. Сплошные голубые ели. Красота невероятная. А вот у нас тут рыночек маленький, стихийный. И что на нем есть? Не вижу продавца, но зато, видите, орехи, фейхоа, гранаты, яблоки, хурма. Наверное, двух видов мандарины, даже чеснок и лимоны, грецкие орехи и там каштаны. Еще что-то тут, какая-то рыбка. Коробки. Давайте заглянем. О, сладости всевозможные. И здесь тоже вкусняшки. Ну и какое-то, видимо, варенье. Ну вот такая картина. Кого-то повез или приехал за экскурсантами, скорее всего. И вот мы уже на территории санатория. Проходят люди в масках, охрана. Летом здесь, видимо, очень красиво и уютно. А пока все замерзло. Сегодня морозец, кстати говоря. Это здание первого корпуса, где находится администрация. И вход. Но мы идем в здание столовой, потому что сейчас время завтрака. Итак, мы дошли до столовой. Карта города.
Там дальше внутренний двор, вон с детской площадкой. Но мы туда не пойдем. Ну, снимаем, да, конечно, снимаем, чтобы люди могли видеть, кто хочет сюда приехать еще. Скользкий кафель. Так, входим. И что мы видим? Здесь турбюро представляет свои экскурсии. Что-то связанное с книгами. Вот мир меха. Гардероб. Но, как правило, многие не пользуются услугами гардероба, потому что в этом здании зимой очень холодно. Оно отапливается, но слабенько. Тепла не хватает из-за того, что очень большие окна. Смотрите, как оформлены стены мозаикой. Под мозаику, точнее, это все краски. Вот громадный такой зал. Информационный стенд, ресепшн. И вот зал, где каждый имеет свое местечко для трапезы. Ну все. Приятного аппетита. Нальчик, санаторий «Горный родник». Вот небольшая, но ухоженная территория. И самое ценное, что есть на этой территории, кроме водолечебницы, которая вот там под козырьком, это открытый бассейн. Но, к сожалению, Роспотребнадзор закрыл в связи с какими-то случаями ковида в ноябре. И до сих пор бассейн не работает. Но сам по себе, видите, какой он уютный. Есть раздевалка. Чаша бассейна достаточно большая. Есть лежаки, видимо, в теплое время года. Можно на солнышке погреться или на скамеечках посидеть. Ну вот так это выглядит. Хмуро и пасмурно в декабре. За зданием столовой зона отдыха. Разноцветные качели, горочки. В общем, это площадка для развлечения детей. Зимой здесь пустынно и снежно, но знаю, что вечерами многие взрослые приходят тоже покачаться на качелях. Вот. Территория небольшая, там уже практически за площадкой сразу забор. Но кто-то ходит кругами вокруг первого корпуса. Высоченные ели. Пожарная лестница. Ну. И все. Заснеженный двор, как на рождественской открытке. Ты мою книжку взяла? А где она? У тебя, да? Солнышко сразу поднимает настроение. Вон на верхушечках елей, шишечки. Такие деревья красивые, старые, могучие. Летом, видимо, этот фонтан функционирует. Но сейчас, конечно, все замерзшее. Ну, такая красивая ландшафтная архитектура, приятная. Побродить здесь интересно. По-настоящему доброе утро.
Для профилактики при входе в здание требуется обработать руки хлоргексидином. Вот там второй корпус. КПП, через который все ходят на прогулки. И с другой стороны первого корпуса такая площадка для отдыха. На первом этаже сидит администрация. Такая дивная аллейка отведена курильщикам. Видите, место для курения 40 метров. Ну вот там, ближе подходить не буду, не люблю эти запахи. Так все видите. Это первый корпус, ресепшн и холл. Здесь нужно брать талончик к врачу. В холле первого корпуса есть хороший интернет, поэтому здесь многие пользуются этой возможностью по вечерам особенно. И здесь же есть конференц-зал. Посмотрим это пространство. Все маркировано, чтобы было безопасное пространство и рассадка. Экран демонстрационный. Есть свободная зона для фуршета или для каких-то демонстрационных стендов. Говорят, что этот зал часто снимает для своих мероприятий Министерство здравоохранения и Министерство по курортам и туризму. Это лифтовый холл, где интернет ловится лучше всего. Вот из этого кресла я веду вебинары. Доска гладильная, утюг выдает по просьбе. Костелянша здесь сидит, есть розеточка. Библиотека такая стихийная. Утро, идет уборка коридора номеров. Вот мой славный маленький номерочек в санатории «Горный родник». Вот только-только прибыли из Владикавказа вместо Нальчика и располагаемся. Вот такая кроватка, ха-ха-ха. И вот так вот все это выглядит. Ну ничего, все окей. Из одновесного номера, точнее из комнаты на одно место, мы проходим теперь в ванную. Вот сейчас покажу, что здесь есть. На полу тряпочка дает такую а-ля коврик. Серенькая туалетная бумажка. Но главное, что она есть.
Вот такая занавесочка. С дыркой в полу она никак не корреспондируется. Тазик. Вешалка для полотенец. Ну и, собственно, все. Это вот перчаточка сразу, чтобы ключ брать перчаткой, а не голыми руками. И вторая комната, в которой могут разместиться двое. Ну вот, достаточно просторная. Холодильник, который пока никому не нужен. Телевизор, который включен на одной какой-то музыкальной программе. Дальше ничего не ловится. Два кресла помпезных. Есть чайник, графин, два стаканчика. Шкаф с вешалками. Вот. Из всяких полочек просто отделение для одежды. И еще вторая секция, более узкая, она с одеялками на случай холода. Ну вот, собственно говоря, и все. Такой номер. Открываем балкончик, выходим и смотрим вид из окна. О, какое сегодня солнышко у нас выплывает. Вот такие виды окрестностей. Снизу аллейка. Видно входную группу. И дальше второй корпус. Ну, через дорогу какие-то работы кипят. Субботний день. Здравствуй, солнце. Это вот для лечебницы. Так. Переодеваются здесь, оставляют обувь и идут дальше. Вот туда. Это вот для лечебницы. Там кабинет орошения десен. Здесь ванна. Там в конце у нас регистратура. Девушка. Длина порушения 8. Вот это. Это уже процедурная. Наливается вода в мою ванну. Это циркулярный душ. Вот так он выглядит. И здесь включаются по кругу форсунки. Так работает. Вот типичная раздевалка. И за занавесочкой еще одна. Вот, собственно говоря, и все.